Дана Уайт, мы заплатим Мейвезеру и Конору по 25 миллионов. Похоже, что стороны Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера перешли от слов к делу. Если раньше в такой бой верилось с трудом, то сейчас вырисовывается более ясная картина. Бой Мейвезера и Макгрегора отошел от фразы «несбыточной мечты» к подготовительному этапу. «Было преодолено очень много препятствий, теперь это больше не просто пиар», написал в Твиттере авторитетный инсайдер, репортер портала MMA Fighting Ариэль Хельвани. На днях легенда бокса заявлял, что открыт к поединку с Конором и готов за это заплатить ему 15 миллионов плюс процент от продажи платных трансляций. Сам же Мейвезер за бой хочет 100 миллионов. У президента UFC Дана Уайта есть встречное предложение. «Мы заплатим Мейвезеру 25 миллионов, мы заплатим Конору 25 миллионов, и тогда мы поговорим о распределении PPV». «Это реальное предложение», — сказал Уайт Fox Sport One. Флойд не стал ждать с ответом и сказал: «Он чертов комик», — заявил боксер TMZ, имея в виду Уайта. Напомним лишь, что за бой с Мэнни Пакьяо в 2015 году Мейвезер в сумме заработал свыше 200 миллионов. Геннадий Головкин. У Макгрегора есть хороший шанс против Мейвезера. Непобежденный казахстанский чемпион Геннадий Головкин в эфире ТВ-шоу TMZ Sports поделился мнением, что американец Флойд Мейвезер-младший недооценивает звезду UFC Конора Макгрегора. Головкин также оценил шансы ирландского бойца смешанных единоборств на победу, если бой состоится по правилам профессионального бокса. «Это будет немного трудно для Конора», — сказал Головкин. «Я уважаю его, он великолепный спортсмен и боец UFC, но бокс и UFC — немного разные вещи. Но у всех есть шанс. Думаю, что и у Конора есть хороший шанс против Мейвезера». Отметим, что ранее Головкин поделился мнением, что Мейвезер согласился бы вернуться на ринг и провести с ним бой за большой гонорар, например, в 100 миллионов долларов. При этом Головкин уверен, что победил бы американца. Вы смотрели новости MMA. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.